Дорожные платежи на Мозырщине отныне взимают самым прогрессивным способом. С 1 августа нарушители, не имеющие с собой наличности, смогут оплатить штраф на месте банковской карточкой. Рассчитать по закону таким образом можно как в патрульных автомобилях, так и в здании городской инспекции. Всего в области получено 60 платежных терминалов, 20 для областного центра и 40 для районных подразделений. В отделе ГАИ Мозырского РУВД имеет место 3 терминала, которые нам распределены ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Эти 3 терминала установлены, значит, 2 терминала установлены на служебных патрульных автомобилях, один терминал установлен в кабинете по административной практике, то есть куда люди могут удобно прийти, получить постановление наложения административного взыскания, где будет указана, какая сумма, в результате чего произвести платеж. Очевидные плюсы нового сервиса оценят многие. Безналичный платеж на месте работы экипажа ДПС смогут осуществить граждане Беларуси и гости за рубежом. Установленные терминалы работают чипованными карточками и оснащены магнитной лентой. После оплаты один чек остается у сотрудника ГАИ для отчета, второй у нарушителя. Накануне самые квалифицированные мозырские инспекторы прошли обучение. Предполагается, что в будущем новой платежной техникой будут оснащены все патрульные машины региона. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».